Только в «Союз обувь» вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, ведь настоящие холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. И тут заборы. Кировчане уже недовольны новыми ограждениями на Комсомольской площади. Черный чугунный забор появился у вокзала день назад, но уже вызвал критику от кировчан в социальных сетях. Жители теперь не знают, как вызвать такси, чтобы попасть к вокзалу или уехать от него с тяжелыми чемоданами. Работы по установке забора начались на днях. Подрядчики уже оградили тротуар у здания вокзала, чем и вызвали недовольство некоторых кировчан. Чугунные ограды, по мнению жителей города, затрудняют подъезд такси, которое высаживают и забирают пассажиров. Там, где сейчас заборы, раньше часто останавливались машины. Теперь такой возможности нет. Нужно идти или на нижнюю парковку, или на парковку самой привокзальной площади, которую тоже скоро все обнесут забором. Судя по всему, кировчане в принципе не очень любят заборы. Такие же ограды, установленные на Октябрьском проспекте у танка, также вызвали недовольство жителей Кирова. Теперь придется привыкать и к этим. Работы по установке заборов, благоустройству парковки на привокзальной площади должны закончиться 20 декабря.